Всем большой привет! Сегодня хочу поделиться с вами своими небольшими покупками, скромными. Начну я вот с такого нитковдевателя. Я его уже открыла, поэтому как бы начну вступление с него. Это нитковдеватель от DMC, вот такой обычный, с тремя крючочками, один для ниточки мулине и два для шерстяной, я так понимаю. Я мечтаю, конечно же, о нитковдевателе от Пака, но пока моя мечта формируется, буду пользоваться вот таким от DMC. Это моя такая покупочка. Также я еще приобрела 4 пачки органайзеров. Не знала, жадность не нагребла. Здесь в этой пачке по 3 штуки. Вот, взяла 4. В принципе, меня они на данный момент устраивают, они у меня никогда не рвутся. Я очень аккуратно обращаюсь с ниточками, даже совсем хлипкие органайзеры у меня доживают свой век. Ну и, в принципе, его очень удобно брать с собой и в дорогу, и при каких-то организациях проекта, потому что бумажный органайзер можно сложить, вот, положить в какую-то отдельчик, сумочку. На данный момент меня устраивает, поэтому мой запас пополнится вот такими замечательными органайзерами. Также здесь есть линеечка, по которой можно измерять, отмечать, делать разметку на конве. Я еще не пробовала, ну, может быть, когда-то что-то попробую. Ну, вот расписано для 18, для 14 и для 11 канвы, как можно делать разметку с помощью органайзера. Вот такая покупка. Также я приобрела 2 упаковки картонных бобинок. У меня, к сожалению, вот на пластиковых стал в последнее время отклеиваться номерочек. Может быть, это связано из-за очень такой сильной жары, они отсыхают, или из-за того, что они у меня на кольцах как бы находятся и постоянно трутся. Не знаю, но взяла попробовать еще также и картонные. Ну, пусть будут, уже пробовать так пробовать. Когда все сам попробуешь, тогда уже можно определиться, что же все-таки удобнее. А еще мне положили здесь 2 маленьких подарочка. Это вот, посмотрите, такой как бы холст для вышивки бисером. Это по сюжету Афремова, я так понимаю. И вот тут можно вышить немножко бисерком. Очень маленькая эта картиночка, вот она, видите, в ладошку помещается. Может, для какой-то открыточки. Есть у меня немножко бисера, может быть, попробую вышить что-то бисером, может, мне понравится и увлечет. Это значит, вот такая картиночка Афремова. И вот вторая такая картиночка кошечка, тоже такая очень милая. Ну, не знаю, холст такой очень плотный, очень интересно. Вот это подарочек мне положили, спасибо им. Так, ну и основная как бы покупка — это вот такой наборчик от Алисы, называется Адель. Эту лошадку недавно закончила вышивать Оксана Н. Я у Оксаны как раз эту лошадку и высмотрела. Привет тебе, Оксана. Я вообще так понимаю, что я ужасная сорока. Особо я на интернет-сайтах не выискиваю, там наборы, сюжеты, у меня очень мало скачанных схем по сравнению с другими девочками. Но вот когда я вижу у кого-то уже отшитую работу, и она мне нравится, тут, конечно, меня трудно сдержать. Я или скачаю схему, или вот бегу сразу и заказываю набор. Давно мечтала вышить лошадку, как-то все меня что-то не вдохновляло, много есть очень лошадок, но вот как-то что-то мне не стыковывалось. А вот эту, как увидела, просто в нее влюбилась, и много поводов у меня к отшиву лошади. У меня муж очень любит лошадок и собак, собаку я ему уже вышила, а вот лошадку все просит.
И он в этом году также купил живую настоящую лошадь, выкупил с ипподрома молодого коня. Ему 4 года, он такой вообще лапочка, умничка. И вот на работе у них есть большая территория, где позволяют держать, вот можно держать лошадь. В общем, он сейчас ее учит кататься, ну, чтобы она на ней можно было кататься, ее нужно обучить после ипподрома другим как бы манерам поведения. Обожает ее, ну вот вышью еще вот такую лошадку, думаю, будет интересно. Набор это от Алисы, размер 20 на 29. Я оставлю ссылочку на канал Оксаны, где вы можете посмотреть, как Оксана тоже вышила эту работу. Вот, и мне очень тоже интересно будет попробовать. Здесь идут материалы от Гамма. Я еще никогда не пользовалась ни нитками Гамма, ни канвой. Вот будет у меня повод опробовать тоже все такие новые материалы. Это вот все мои покупки на сегодня. Очень я им рада, счастлива, безумно этим набором, всеми этими мелочами. Вот такие вот мои новости. Спасибо, что вы были со мной, что порадовались. Желаю вам всего самого хорошего, счастья, любви и всем пока.